Привет, уважаемые подписчики и случайный зритель, который, я надеюсь, ты будешь подписчиком. Да, мы продолжаем проходить Far Cry 6, долгожданный шестой Far Cry. И нам надо поговорить с Кларой. Блять, надеюсь, она не украла Клара, блять, или Кораллы. Блять, Коралла, да. Видимо, она украла их. Привет, привет, Клара. Где Кораллы? Лагерь Клары, блять. Так много слова Клара, что это, блять, уже, ну, слово перестает быть смыслом. Все, прочитаем. Так, вторжение провалилось, отлично. Мне это уже достаточно, я все понял. Еще, блядь, сколько здесь чтения? Давай, давай, говори. А, к тебе надо подойти, все. Так, говорим, давай, мне надо задание, я хочу выпустить. Без меня знаешь, что Вивира, опора режима. Знаю. Ой, уничтожь лагерь. Блядь, сейчас будем лагерь уничтожать. Клево. Так, этот лагерь где-то рядом. Где-то рядом этот лагерь, значит, мы туда... Пешком нет, конечно, на лошади. Может здесь как-нибудь с кошкой залезть или нет? Пока что непонятно. Блять, чуть не пизданулся-то. Ой, блять, я же свой лагерь спалю. Давай-ка побыстрее отсюда, надо съебать. Я случайно спалил свой лагерь. Ну-ка. Бля, херовенько. Просто дай Супрему волю напиться вражеской крови. Что? Ты поймешь, Дани. Ты все поймешь. Так, Супрема, это созданное, короче, Хуаном устройство. Блять, это было... Так, вот тап-карта. Так, уникальный способ. Удерживайте подробнее. А, удерживать. Так, Супрема наделяет вас уникальными способностями. Да, активировать Супрема на В. А, нихера себе. Вот, я увидел, что здесь он стреляет. Думал, Супрема это огнемет. Огнемет это огнемет, а Супрема это Супрема. Такие две больших разницы. Выводить солдат из строя, чтобы Супрема заряжалась гораздо быстрее. Охереть, они просто... Звери стали, блядь. Придумать такое, но это очень интересно, кстати. Эй, сюда. Давай я пока оружие беру, что? Что он сказал? Без пизды-то слоёб ебаный? Что, нахерел такое говорить? Так, что еще у вас можно взять? Так, все, свалили. Так, что у нас здесь? Правой кнопкой мыши вниз. Блять, не сильно ли я разогнался? Так, вроде бы все. Все же? Блять. Вот это, блять, очень здоровенная скала. Это вот даже в фильме «Скалолаз» вот на такой был бы не был бы способен. Я там что-то слышал? Блять, у меня аж парашют есть. Вот, а я ерундой стараю. Так, на меня этот, кто там? Воробей не нападет? Вот, начнем с глушителя. Так, встретись с Хулио. Чё за хуйня, не понял, сейчас. Я ж это уже выполнял, я с ним уже встречался и говорю, Хулио тебе надо от меня нафиг. Он говорит, поговори с Кларой, это ж этот Хулио, да? Такое имя, в принципе, относительно запоминающееся. Где? Где все? Бляха-муха, они что это, покинули свой пост? Ну, такое себе хочу сказать. Им за это точно влетит. А, это ладно, хер с ним, это свой. Я думал, здесь надо уже все разнести, но... Ну, так уж и быть не буду. Надо посмотреть, что он может прокачивать. Ну, в смысле, какие у него могут быть сверхспособности. Ну, хули у тебя надо, ёпта. Слушай, не буду врать. Я хотел сделать все в одиночку. Но Клара приказала мне дождаться тебя. Мне не нужна помощь. Блять, чтоб украла Клара, блять, это пиздец. Лите тоже не нужна была помощь. Но здесь должна быть она, а пришел ты. А я должен быть в Майами. Но моих лучших друзей убили, и теперь я торчу тут с тобой.
Ну что, мир? Кончай болтать. Шаг первый, мы уничтожаем табак. Шаг второй, отраву тоже уничтожаем. Шаг третий, сваливаем во свояси, а Кастильо наслаждается приветом от Либертад. Ясно. Бери снарягу. Она защитит тебя от огня. И от отравы. Это даже важнее. Так, где снаряга? Такс. А чё он через окно не заходит? А, ну все, ёпту нахер. Получается, так, здесь я могу что-то увидеть? Так, оружие. Чат. Блять, что бы это значило? За мной, сюда. Такс, у меня... Вот она, ага. Вот она, огнемёт, все, погнали, давай. Пора бы уже и биться. Но, я тебя жду. Ага, надо бы надеть защитное снаряжение, что дал мне Хулио. Сдохнуть хочешь? Снарягу надень. Как его одеть, блядь? Надеть, точнее. Так, может здесь где-то? Так, арсенал, наверное, арсенал. О, ну у меня же одета снаряга, слушай-ка. Ну, одел раз. А, куртка, блядь, точно. 100% футболка с боеприпасами. Разве так должна быть выглядеть снаряга? Ну, не знаю. Оденемся сейчас попизже и увидим... И увидим, как он, одобрит Хулио или нет. Так, пожалуй, перчатки и... Можно перчатки или часы, хер с ним, давай-ка перчатки. Ну, а на часах можно посмотреть время. F осмотреть. Ну, сойдет. Что-то он сильно подкопченый какой-то. Подходящая защита сохранит тебе жизнь в любой ситуации. Все, погнали, я знаю. Используй подходящие средства. Часто это слышу. О, гляньте-ка, закат, что ли? Бля, красиво. Или это видеокарта сгорает, я хз. Это была мне почти сестра. Нечего ей было делать на борту. Она умерла из-за тебя. Нет. Лита убил Антон Кастильо. Если бы это зависело от меня, я бы погиб вместо нее. Лита была такой, каким мне никогда не стать. И если она любила тебя, мне это о многом говорит. А, я думал, то и я тебя полюблю. Слушай, если мы идем до конца, то тебе лучше знать об отраве. Ты про дрянь, которую они льют на листья? Называется PG-240. Но для нас просто отрава, потому что от нее хреново. Не вдыхай ее и не давай попасть на кожу. Охуеть. От нее сходят с ума и заболевают. Очень тяжело болеют. А те, кто выживает, умирают потом от рака. Конечно. Служил, значит. Снайпер? Или по ближнему бою? Чем занимался? Блять, ты прекрати что трепаться, ёпту. Они меня слушаются. В общем, смекай. То, что я тебе дал, неплохо защищает от огня и яда. Но повстанцам нужно снаряжение, подходящее к их стилю боя. Или их перебьет. Давай, осмотрим все отсюда. Даю. Посмотрим, что тут у нас. Так, болган закончился все. А чё я не могу быстро бежать? Неужели это меня так вот сковывает одежда моя? Сюда. Используй сверстак, нахер мне это надо? Ох ты, блядь. Надеюсь, сейчас будут меткие снайперские выстрелы, как снайпер Элит 4. Кстати, да, зайдите, посмотрите, там прохожу снайпер Элит 4. Интересно, потому что я вот сильно меткий снайпер, и, ну, в принципе, чё стесняться, когда так оно и есть. О, рюкзак. Видишь, вывернутый табак и желтые баки с ядом? Угу, да. Си. Пробей в них дыры, чтобы выпустить яд. А, не то, наверное. Факт. А вот так. Отравы и огонь и адская смесь. Бабахнет что надо. С распылителями так же. Их не просто угробить, но огонь справится. Хорошо. У тебя есть огнемет. Есть Супрема. Пора, наконец, прикрыть эту срану. Блядь, я про Супрема забыл. На что это она... Знаешь, у нас с Литой был ритуал. Чтобы что это, блядь? Вы это видели? Песня. А, вот она, их не блаш, бля, хер с ним. Давай я буду блаш называть, не знаю, трава это или нет. Я не пробовал. Ну и... Так, этот местный. Так, Собакин, да, там? Залиту. Залиту. Устроим тут бардак, Дани. Все, я отметил. Так, как этот, блядь, Супрема используется? А, В, вон написано.
Так. Не влетит мне за музыку? Влетит, блядь. Так, вот эту хуйню вроде бы нельзя трогать, насколько я помню. Блядь. Такое есть, я слушаю. Летал мне влетит за музон, летал, и меня забанят, и мне влетит за музон, ну и хуй с ним, летал. Так, ну-ка, как? Нихера себе, вы видели это? Да я знаю, что его Супрема Перфекто, блядь. А если я под крышей из Супрема выстрелю? Блядь, сколько он будет... Ха-ха-ха, блядь, нар... Пиздо. Где это там, блядь, тебя не видно? Слушай, а ну что, может, непробиваемый, блядь? А, нет. Так, съебал, щенок. Все, пиздец. Блядь, мазон такой. Пизда, меня за него жахнут, нахуй. А, кстати, есть функция в Ютубе. Можно удалить музыку, и все, и будет нормально. Банку с краской. Ой, это свой, сорян. Слушай-ка. Вон. Нихуя не видно, блять, вот. Дай-ка снайперку попробую. Ой, это не снайперка. Собак, ты... Ты нормально? Ой, блядь. Она хотела на меня напасть, я не виноват. Блять, надо музыку убирать, потому что... О, я подгорел немножко. Блять, где-то я эту миссию уже, блять, видел. И где-то я ее проходил. Пизда за музон мне будет, Элихану, Элихану. Блять, ну здесь просто плантация. Плантация не слабая такая, да. Ой, блядь, тушись, сука! Слышали, как он крикнул, блядь? Это что? О, здесь еще топливо можешь брать. Прекрасно. Я что, слышу музыку? Так, быстрее. Могу ли я здесь открыть дверь? Блять, дай-ка вот эту хуйню открою. Блять, пиздатый песик. Кстати, надо, знаете, что... Что сделать? Чувствительность... Ух ты, блядь. Ха-ха, нормально. Чувствительность надо настроить, кстати. Так, как мне убрать теперь сигналочку, сиреночку? А чё, я не могу лечиться? Странно. Вот, Супрема, Супрема готова. Так, 28% всего лишь использовано, но это мало. А, вон она, сука, эта вышка. Сейчас я залезу, конечно, на второй этаж и с пулемета разъебу, если, конечно, ко мне эти приедут, как их называется, мучачусы эти.
Там же серия наработала, значит, должна приехать кто? Правильно, должна приехать эта хуйня нахер. Она называется подкрепление. Подожди. Мне ж... Да, все правильно, мне с этими, но... Ебать, сколько... Сколько травы выскочило. А чё он так хуёвенько стреляет? Так, сейчас. А чё он не хочет ко мне лезть? Блять, он с собой-то говно носит, что ли? Э! Встать! Ну-ка, пробьём сейчас их. А чё он, кстати... Не пробивает через эту херь, как она называется. А, не пробивает через забор. Блять, надо что-то решать с музыкой 100%. Вон. Блять, ну, относительно... Блять, это брат не ровный. Блять, это прикольно, если бы это кровянка была. Так, знаешь, взрывался от крови. Вон, едут. Просто как крестном отце, нахер. Как крестном отце расстреляли кого там? Саня, да, его называют? Что еще можно объебать? Вон она. Прикольно. Все, все, пиздец. Ладно. Порох есть. Блять, чудненько. Кстати, пока игра мне нравится. Веселая, пиздатенькая, четенькая игра. Не знаю, какие слова подобрать лучше, когда пиздата это уже залог. Блять, как он так? Залог пиздатого... Ой, пиздатой игры, да. Берем топливо для... А, это... Блять, слушай, дурачок, я тебя чуть не убил. Берем топливо, короче, для этой херни. Для пулемета, да, пускай. Пускай будет пулемета нафиг. Берем топливо для огнемета. Эй, валите отсюда! Кто это кричал? Кто там пизданул, блять? Кто там вякнул что-то? Так, 79% осталось совсем. Осталось совсем мало. Кто там? Кто там приехал? Кому жить надоело? Ой, подожди-ка. Что, все? Пизда патроном? Пизда патроном. Погнали все сжечь. Ты же это самое, хотел мне напасть, ты же не местный, да? Бегите, спасайтесь! А, блядь, я его сначала пожег. Я его сначала пожег, потом говорю, блядь, бегите, спасайтесь. Нормально я этот, как его называется, миротворец. Да, блядь, это, конечно, ебняк, что миссия повторяется, потому что это было и в третьем Far Cry, и в пятом Far Cry, я там... Пизда. Ну, в смысле, то, что я сгорелся. Я там с огнемета, короче... Так, я там с огнемета, короче, поджигал всякую херь. Ну, а у меня сейчас пока плохие новости. У меня закончились патроны. Благо есть... О, есть, отлично. Только благо, что есть в пистолете их много. Вот, и что-то я сейчас поднял. Да, все прекрасно. И немного... Немного закончилась... Хуйня какая-то, подожди. Берем. И немного закончилась у меня горючая смесь. Я жду тебя у вышки. Я скоро. Бля, музон нормально. Ну, скорее всего, может быть, его даже его не услышите. Если за него не прилетит ничего там за авторские права, ну, 100%, наверное, будет. Блять, так и хочется подпевать я. Так, а это ничего, что я по этим цветам иду? Их там не это, не брызнули на них ничего? Ну как, чё, как?
Давай-ка уберем. Так, давай. Миша, ты можешь за себя постоять. Ну, я же вроде как тебе говорил. Нужно уходить. Такое световое шоу, весь этот дым точно заметили. Погнали на коня. Си, если ты был добр к Лите, значит, ты был добр ко мне. Грасиас, Дани. Встретимся в лагере. Так, все, давай. Ты съебал, а я поехал. Пламя и ярость. Все, я запомнил. Пламя и ярость. Так, лошадь плохо управляется. И не забывайте, кстати, ставить лайкосики. Лайкосики это хорошо. И, блядь, еще бы... Что, ну сам скачешь, что ли? Смотри, я сейчас ничего не делаю, он сам скачет. Я думал, это автопилот у лошади включил. Так, смотрим карту. Куда нам надо, где что. Это у нас что? Армония, поселение. Хорошо. КП в... Вот, давай-ка в Саграда съездим. Объект военных. А, у меня аж этих пушечек нету. Лагерь Клары. Убежище. Угу. Блять, куда же мне ехать? Это что такое? Это просто красная черточка. Это ферма Перес. Ух ты, а это что такое? Верстак. Нахер он мне надо. Так, фермерское хозяйство Акунана. Так-с, не знаю. Ну, давайте до Клары. А, глянь-ка, быстрое перемещение есть. А, отлично! Это меня просто радует. Это не могло меня не порадовать, когда увидел, блядь, это слово и букву с быстрым перемещением. Это самое лучшее, что можно из функции придумать. Я, блядь? Где ты? Где ты? Кто ты? Рад встрече. Пиздёшь. Не рад, не рад. Он просто так для приличия. Ай-яй-яй, где же ты? С кем мне говорить надо? Где ты, баба Клара? Так, вот она, баба Клара. Что, все? Не разговариваешь со мной, блядь? Вот стоило, блядь, только... Никто не хочет говорить. Стоило только, блядь, вот выполнить задание. Кончить задание, как она прекратила со мной разговаривать. Странно. А, Клара. О. Надеюсь, ты видишь этот столб дыма. Ты нанес Кастильо ощутимый удар. Хулио не слишком тебя донимал? Ему трудно, но ничего. Лите бы это все понравилось. Дани, можешь кое с кем встретиться? Его зовут Бенито. Он рыбак и может предоставить либертат лодки. Живет на восточной стороне бухты Касас. Люблю заводить новых друзей. Твой талант строит для нас мосты, Дани. Бенито нам нужен. Поговори с ним. Окей, договорились. А, здесь совсем рядом. Или да, или нет. Подожди. Мне кажется, блядь, я немножко ошибся. Здесь не сильно так и рядом. А где быстрое перемещение? Вот я сейчас на F нажму. О, там удочка есть, можно поудить будет что-нибудь. Клево, слушай. Вот, еще раз, подожди. Можно сначала куда-нибудь в другое место. Ай, блядь, уже все, не переместишься никуда. Ладно, хорошо. Доскачем так. Или доскочим, доскачем. Ну, скачки, подожди, да. Проверочное слово скачки, значит доскачем. Потому что скотчек нету. Ну, хотя я это слово сказал, значит оно уже есть. А, блин, хотел парашют открыть, а здесь совсем эта маленькая высота была. Лошадь, поехали. Тише, блин. Ну... Да не бойся, я, блядь, аккуратно езжу, лошадь. Нихера себе. Она не скинет меня? Кстати, лошади свойственно им скидывать, когда наездника, когда боятся, видимо, так. Ну, или просто для прикола. Почему бы не скинуть для прикола? Правильно? Правильно. Ну-ка, погнали напрямик. О, заодно проверим, плавает ли лошадь или нет. Ну, вообще, лошади плавают, это я знаю 100%. А как вот эта лошадь фаркраевская? Так, ну не утонешь ты? Давай ты, блядь! Что, и пощечину выдал, что ли? А, не, я думал, выдал пощечину. Блять, я ее пристрелю точно и на консервы пущу. Ладно, 150 метров, в принципе, это не так далеко. Можно проплыть под водой. Ну-ка, сколько я могу продержать? Не, медленно, под водой медленно плыть. Погнали. Касса Бенито.
Кстати, у мексиканцев прикольные названия такие. А Касса Бенит это вроде бы в Южном парке ресторан так назывался, или Касса Банина, блядь, не помню. Ну, помню точно, что касса. Касса это, видимо, что-то значит по-ихнему такое вот распространенное. Так, хотел от меня что-то скрыть. О, клей Супрема. Слушай, с тобой мне надо поговорить? Нет? А, вон он. Че сразу на метку не посмотреть? Нихера себе, акулина. Давай я тебе помогу. Бля, слушай, не получается, чел. Ладно, извини. Да, так, с награды. Лара Гарсия и тебя в это втянула? Да. Даже суэрта компар. Километр, ёбаный конь. Кстати, где мой ёбаный конь? Ух ты, здесь вообще в жопу мира ехать. Что это надо сделать? Надеюсь, не втихаря что-то делать? Нихера себе, здесь с одной карты в другую надо конца ехать. Это люто. Так, а где мой конь? Он же там оставался. Мне угнать какую-нибудь? Я с детства этим занимаюсь. Ты теперь большая шишка. Если нужна будет машина, просто позвони, мой друг подгонит ее тебе. А, давай. Грасиас, Хуан. Но у тебя ведь нет друзей. Да не заткнись вы. Так, читайте ответ на жалобу и на паузе все будет понятно. Ладно, как мне позвонить? Так, нужно захватить топливо для Бенита, ладно. Так, ну подожди, телефон это... Это фотокамера, так. А как позвонить? О, вызовите свой транспорт с помощью Q. Удерживайте селектор оружия, транспорт будет доставлен прямо к вам. В багажнике можно в случае необходимости пополнить... Бля, просто замечательно. Вызовем транспорт. Так, через сколько он будет? О, блять, вот это подача. Хуан, тачка отличная. Это не просто. Так, а как ехать? Это Бамонт Валентина, тысяч... Я думаю, вот так вот. Указал. И все, да? 1956 года. Произведение искусства, прям как я. А, блять. У меня нет приваренного, кроме тарана, которым можно херачить всех, кто встал. Ой, сорян, да, сорян, пардон. Как ты нигде не найдешь. Не погоди, блять. А, все правильно показывает. Я думал, меня этот наебать хочет. Так, посмотрим. Бля, она не дрифтит! Она не дрифтит, что мне подогнал, хуйню полнейшую. Ну-ка, давай-ка проверим. Да ну, блин. Ладно, херсин. Так, это КПП, да? Сейчас, секундочку. В обход проедем, потому что он что-то говорил. Там можно, блядь, пробить шины. А на этой машине мне совсем не хочется ничего пробивать. Благо, у нее хорошие свойства внедорожника. Вот в чем дело. Так, ранг 1. Эту хуйню отслеживать, понятно. О, видите, вонявка прикольная. Интересно, чем она пахнет? Каким запахом, с каким вкусом? Написали бы. Бля, как приблизить? Вот запомните, всегда наблюдайте за дорогой. Всегда, блядь. Потому что вот сейчас была проблема. Я чуть не сбил людей и чуть в озеро не свалился. Машина — это ответственность, так что все. Сделаю, что смогу, Клан. Стоп. Я у хранилища. Либертад нуждается в топливе. Поэтому просто зачистить солдат и захватить хранилище мало. Бензин должен стать нашим. Ну? Действуй осторожно. Заберись повыше и с помощью телефона отметь все камеры и сигналки. Понятно, ага, все. Ладно. Ну, кстати, у меня еще... Охуюшки. Да, проблемка у меня. Патронов толком нету.
Так, где за приблуда для залазения? Нет, давай вот на эту. Так, а себя перепрыгнуть? Перепрыгнуть не могу, пока он лох. Может, потом и получится. Блять, он не успел до верха добежать, как выдохся, но он, блять, и баклажан, да, бля. Упочки. Раз. Так, а это кто? Машина. Так, а где еще? А, вот он. В первую очередь надо жахнуть снайпера. Блять, это как ни крути. Подожди-ка. Вот он. Есть. Так, пока сейчас мы... что там заиграло? Гутен так, Иктель Захер. Клемашена, Клементана и Нафера, блядь. Блядь! Здесь очень много музыки, надо как-то музыку эту херам убирать. А кто-то... Видели? Он нихуя не хотел убиваться. Блять, лишний раз выстрелил. Здесь так патрону. Здесь так патрону. Где ты, блять? Понятно, блять. Меткость уровня бог. Блять. Упс. А что не взрывается? Так, как я бывший профессиональный снайпер. Так, как я бывший профессиональный снайпер, я заметил, блядь, сразу. Заметил растяжку сразу. Я не мог ее... Я не мог ее не заметить, подожди. Так, я залезу здесь. С какой стороны? Нет, с какой стороны залазить? Вот с этой. О, ну-ка. Давайте-ка выпустим. О, бля, вот это качели были. Блять, ну вот эта ракетная установка Катюша, она просто офигенная. Захвачено, или как в этом, потрачено, блядь. Ну, если не было захвачено, было потрачено, да. Так, хранилище топлива. Захвачено, прекрасно. Теперь насколько? Еще два хранилища топлива осталось. Угу. Ладно, следующее хранилище топлива, я уже думаю, будем захватывать в следующей серии, плюс миссии еще проходить. Так что не забывайте подписываться, ставить лайки. Не хотите лайк ставить, поставьте класс там, блядь. Ну, какая разница, блядь, что ставить. Главное, ставьте. И напишите, как бы вы прошли бы вот эту вот миссию. А, и кстати, вот, напишите, где вы могли бы видеть вот миссию, когда я с огнемета вот палил вот эту вот херь какую-то. Мне она показалась очень знакомой до боли. Так что не знаю, как вам. Все, до свидания.